Приветствую вас, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня мне пришла очередная посылка с Китая, с сайта AliExpress. В этой посылочке должен быть такой рюкзак небольшой, мини-рюкзак, я бы сказала, сумка. Там ремешок вы можете поставить как для рюкзака или как для сумки. Можете носить или на плече, или поставить как обычный рюкзак. Здесь черный цвет должен быть такой рюкзачок. Рюкзачок этот очень дешевый, стоит всего $6 стоил. И пришел, эта посылочка пришла за 15 дней. Очень и очень быстро. Но пришел он нашей курьерской поштой, новой поштой. С Китая отправили на новую почту. Может, потому он и пришел так быстро. Давайте мы откроем и сейчас посмотрим. Я уже сама очень ждала эту посылочку. И она, в принципе, быстро даже дошла, быстренько. И сейчас мы посмотрим, что это у нас за такой рюкзачок. Так, здесь ничего нет. Вот так запечатан. Нету ни пупырышки, ни поролончика, ничего нету. Обычный мешочек. И плюс обычный мешочек в упаковке. И больше ничего нету. Немножко помятый. Давайте мы его немножко. Так, вот у нас идет ремешок. И вот такой. Вот такой у нас рюкзачок. Он, конечно, немножко помятый. Но я думаю, он разровняется. И будет нормальный. Видите, здесь есть ручка, можно носить за ручку. Здесь у нас, видите, петельки идут по бокам. Что вы делаете, как рюкзак? Сюда-сюда. Или у нас есть петельки по бокам. Видите, тут петелечка и тут. Вы его ставите вот так ремешок и будет вам как сумка. Можете и так носить. Видите, спереди идет кармашек. Немножко он, конечно, помнятый. Кармашек немножко маленький. Такой мелочь какую-то поставить. Денежку на проезд или к тому. Еще что такое, такая мелочь. Но все равно, в принципе, можно что-то поставить. И плюс у нас по бокам тоже, видите, есть такие небольшие кармашки. Ну, поставить даже какой-то плеер или наушники поставить сюда можно. Ну, и он, конечно, не такой большой, но он так и идет. Мини-рюкзак. У нас здесь получается одно отделение. Но у нас здесь есть, видите, замочек. Тоже. Ну, как у всех рюкзаков. Идет еще сбоку идет такой, видите, кармашек. И плюс у нас такой ремешок. Ну, самое главное, чтобы ремешок был длинный. Да, длинный. Видите, ремешок очень длинный. Так что для сумки подойдет. Если захочете просто носить как сумку на плечо, так как я хочу носить не как рюкзак, а просто как сумочку, то достаточно большой. Ну, я сейчас не померяю, но я потом возьму рулетку и измерю, и скажу, какой он длины этот ремешок. Но, в принципе, пока я довольна. Я вижу, что он достаточно длинный, этот ремешок. Видите, вы его, если хотите, как сумку, получается, вы себе здесь так пристегиваете. Получится у вас такая сумка. Вот такая сумочка получится, на плечо можете поставить. А если хотите, как рюкзак, вы, видите, вы себе пристегиваете здесь, потом вы разберетесь. Да, оно получается. Здесь вы себе пристегиваете, получается, вы пропускаете через это. И сюда. И у вас получается как рюкзачок. Ну, в принципе, сейчас очень модно. Сейчас очень много носят. Такие любят маленькие рюкзачки или сумочка, что вы можете себе и так раз поносить как рюкзачок, а раз как сумка. Запах немножко, конечно, есть. Но сам материал вот этого рюкзачка очень такой добротный, очень хороший.
И такой, он не гладкий, он как шуршавый, видите, потому что даже видно, какой он текстуры. Но довольно неплохой. Одно, что немножко подкладка здесь шуршавая. Не знаю, или надолго ее хватит. Но я думаю, за такую цену, за 6 долларов, такой рюкзачок, чтобы много не... Когда вы хотите что-то мало взять, куда-то прогуляться, только мелочи, там какие-то салфетки и телефон, то или плеер, то достаточно, будет достаточно. Так что, если вам надо, я вам советую, можете покупать. Продавца, это самая низкая цена, которую я нашла на эти рюкзачки. У других немножко идет дороже он. Ведь он и быстро отправляет, и быстро посылочка доходит. И сам такой рюкзачок, сумочка довольно неплохой. Так что я вам рекомендую, можете покупать. Ссылочка, если надо, будет под видео внизу. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Впереди вас ждет еще много чего интересного. Пока-пока.